Состязания на мотоциклах, багги, снегоходах, сноубордах и, конечно, соревнования по ездовому спорту увидели зрители «Снежного пути». 8-й фестиваль зимних экстремальных видов спорта прошел в Петропавловске в районе лыжной базы «Лесная». Несомненными героями фестиваля были собаки всех размеров и пород. Вместе с ними можно было выступить на соревнованиях, прокатиться с ветерком, а также понаблюдать за дрессировкой и силовыми упражнениями и просто погладить. Всего же участниками 14 спортивных площадок стали 6 федераций и более 300 спортсменов. Большой интерес у зрителей вызвал открытый кубок главы Петропавловска по сноуборду и фристайлу. Спортсмены из Москвы и Дальнего Востока демонстрировали захватывающие трюки в полете. Немало гостей собрали площадки по мотоциклетному спорту, багги-кроссу, мотофристайлу и джип-спринту. При этом гости «Снежного пути» могли не только посмотреть на заезды спортсменов, но и попробовать свои силы, отправившись на тест-драйв. Давайте этому сухарю попашем! 17! Просто молодцы, что тут скажешь! Годами взяли! Посмотри, 83 у джипника получилось сделать то же самое на втором препятствии без драка. Программа спортивных состязаний была интересна и взрослым, и детям. Каждый мог выбрать себе занятие по душе, поэтому на фестиваль приезжали целыми семьями. Ну тут все интересно, мы вот идем с открытыми большими глазами, смотрим вокруг, на джиперов успели посмотреть, они там что-то застряли. Собачки, вейтбулинг, мне нравится, каждый год приезжаю на них смотреть. Понравилась вот площадка, где с джипами, гоночки, снегоходы, перетягивание канатов, вот такие вот мужские состязания более. Ну а в целом, да в целом все интересно. Фестиваль экстремальных видов спорта в этом году прошел под девизом «Мы вместе». На протяжении всего дня для гостей выступали камчатские артисты и приглашенные гости. Ставропольская рэп-группа «Послезавтра» и Наталья Качура, певица из Донбасса. По традиции, из каждого мероприятия фестиваля Берингии мы привозим собаку для упряжки в студию. Всем привет! Мы сегодня участвуем на упряжке на Снежном пути. Это мои две собаки. И у меня есть еще одна собачка по кличке Снежный. Вам нужна еще собачка? Держите, тогда я свою собачку дарю вам.